Возгорание произошло на улице Виноградная, 248. В момент, когда начался пожар, в доме никого не было. Дым заметила родственница хозяина, которая живет по соседству. Она тут же сообщила в службу МЧС. На место выехали 4 пожарных расчета из центра и Дагомыса. Я разговаривала с Ниной по телефону. У них вчера умерла бабушка. Мы договаривались с ней, сколько человек на похороны придет, все, чтобы заказать панихиду, да. И она говорит: ой, у Миши дом горит. И все. Я побежала, я пока отсюда, ну, я рядом живу. Пока мы прибежали, уже пожарные были здесь. Оперативно очень, конечно. Одна и вторая подъехала. Потушить огонь удалось только через 2 часа. Работу пожарных усложняли погодные условия. По словам хозяев, которые по понятным причинам отказались от комментариев на камеру, дом восстановлению не подлежит. В течение дня на месте работала следственно-оперативная группа. Предварительная версия – пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводке.